Вообще ко мне приходят на прием люди, занимаются проблемами устройства, ремонта и крыши и прочее. Я живу, говорится, в таком нормальном доме. Давайте конкретно, значит, так. Если у вас есть какая-то инициативная группа, напишите все проблемы. Изложите, скажите. Принимаю во внимание, что мы общались с вашим общественным комитетом в лице Валерия Валентиновича, фамилия его Спиридонов. Активно он принимал участие в круглых столах, которые проводила Коммунистическая партия Российской Федерации на улице Восстания 3-5. Мы договорились о том, что вы здесь все соберетесь, потому что на протяжении 4 последних лет практически ваш квартал не может попасть ни в одну адресную программу. И обещания, которые власть пытается вам сегодня перед выборами много наговорить, это всего лишь обещания. Жильцы нашего дома, расположенного по адресу Санкт-Петербург, маршала Жукова, дом 30, корпус 2, это 25 мая, получили две разные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг за май 2011 года. Одна квитанция поступила от ООО «Жилкомсервис номер 2», другая от ООО «Жилкомсервис номер 2» Кировского района. В качестве получателя средств указано ГУП ВЦКП «Жилищное хозяйство». В квитанциях проставлена существенно различающаяся сумма к оплате. Поэтому еще раз, дорогие друзья, приглашаю вас на экскурсию. На экскурсию бесплатную. А я сама своими глазами тоже увидела, что она делала. Она делала что-то? Да. Значит, надо с этим вопросом разбираться. Абрамович, что ли? Это то, что я видела. Нет, ну, понимаете, если вы сказали, что есть какая-то проблема, значит, нужно на эту проблему реагировать. Хорошая камера? Хорошая. Здравая? Да. Ты знаешь, что это не доказуха? Это? Да. Теперь понятно, зачем вы организовали митинг. Да, да. Теперь понятно. Значит, Хорошо. Но на конце-то...